Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем новую серию проповедей. Основываясь на последних главах Евангелия от Марка, мы поговорим о последних днях Иисуса на Земле. И начнем мы с события, давшему название нашей сегодняшней проповеди ⁇ Со входа Иисуса в Иерусалим ⁇ До этого Марк в своем Евангелии рассказал, как Иисус учил, как он исцелял людей, а также поведал нам о множестве его чудесных деяний. И все это для того, чтобы мы поняли, что Иисус Христос ⁇ это Сын Божий, как его с самого начала своей книги и называл Марк. Но как все это связано со входом Иисуса в Иерусалим? Какие важные аспекты этой истории мы должны запомнить? И почему на этот раз Иисус повел себя по-другому, не так, как прежде? На эти вопросы нам сейчас и ответит пастор Вольфганг Вегерт. Все мы рады услышать Слово Божие, так давайте сейчас все вместе встанем. Сейчас мы прочитаем стихи с 1 по 11, 11 главы Марка. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это такое делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него, многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна! Благословен! Грядущий!» Во имя Господне, благословенно, грядущее, во имя Господа, Царство Отца нашего Давида. О Санна, в Вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью... Аминь. А теперь можете присаживаться. Давайте сейчас подробно рассмотрим этот чудесный отрывок из Евангелия от Марка. Вход Иисуса а в Иерусалим. В соответствии с нашим сегодняшним календарем состоялся воскресенье перед Страстной Пятницей. Поэтому-то мы называем это воскресеньем вербным. История, которую мы сегодня рассматриваем, а именно вход Иисуса в Иерусалим, открывает последнюю неделю перед Его смертью. Вам следует постоянно держать эту информацию у себя в подкорке. Это последняя неделя, которую Иисус провел на земле перед своей смертью. И эта неделя начинается со страстной истории. Иисус верхом на осле торжественно был провозглашен царем для того, чтобы поздно вечером вернуться пешком туда, откуда он пришел утром, вы когда-нибудь слышали о таком необычном вошествии царя? Ну или царицы на престол? Можете ли вы себе представить, чтобы королева Елизавета прибыла таким образом в Лондон, не подготовившись? Абсолютно спонтанно, неофициально и небогато. и была короновано всего лишь на один день. Разумеется, нет, такого представить мы себе не можем. В свете Библии это ни в коем случае не было коронацией или восшествием на престол. На самом деле, его восшествие на престол произошло в другой раз. А именно — в первый раз это было тогда, когда Иисус покинул эту землю, вознесшись на небеса и воссел одесную своего небесного Отца. Не люди собрались вместе, чтобы торжественно вознести Его на этот высочайший престол. У Бога все было запланировано заранее. Он сделал все сам. Это Бог короновал Иисуса. И вот что мы можем прочесть у апостола Павла. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот как он был превознесен, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Так Павел описал при вознесении Христа. А далее в Библии мы можем прочитать еще об одной коронации Христа, которая состоится в конце времен. Об этой коронации нам рассказывает книга Откровения. Итак, «Увидел я отверстие неба, и вот Осел и сидящий на нем. Так? Нет, конечно. Там уже был не осел. Это я придумал. И увидел я отверстие небом. И вот конь белый. И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Вот это искорт, я понимаю облеченный вессон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным». Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». А вот какой будет его истинная, настоящая коронация. Она состоялась не тогда, когда он въехал в Иерусалим. В прочитанном мной отрывке состоялся истинный вход Иисуса в Иерусалим, в небесный Иерусалим. А то, что мы увидели в Евангелии от Марка, это скорее его принижение, подобно тому, как его мать Мария въехала в Вифлеем, сидя на осле, и также, поскольку он родился в бедности, он повелел привести ему не белого коня, и не просил найти повозку, а попросил привести осла, ибо его время прославление Богом еще не наступило. Но что же произошло в Евангелии от Марка? На празднование Пасхи... Постарайтесь сейчас сконцентрироваться и слушать меня очень внимательно, чтобы все лучше понять. Итак, на празднование Пасхи в Иерусалим, Устремились тысячи, если не десятки тысяч человек. Они заполонили город. В некоторых источниках сообщается, что в тот раз там собралось около двух миллионов человек в таком маленьком городке. В те времена Иерусалим был совсем невелик. И среди этой толпы людей Пришедших в Иерусалим на празднование Пасхи, разумеется, быстро распространялись последние новости. Можно сказать, что это был своеобразный интернет, где сообщения передавались из уст в уста. И главной новостью, о которой говорила эта толпа прибывших в Иерусалим людей, была новость о том, что благодаря некоему равину чудотворцу из мертвых воскрес человек. Этим человеком был Лазарь. Иерусалим. Так и гудел об этом воскресшем из мертвых человеке. Толпа была взбудоражена этой новостью, и многие из них даже отправились в дом Лазаря в Вифании, чтобы посмотреть. Этот город находился недалеко от Елеонской горы, где-то в двух с половиной километрах от Иерусалима. Они услышали о том, что человек воскрес из мертвых, и кто-то сказал ему, что он проживает в Вифании. И они буквально побежали туда, чтобы увидеть этого бывшего мертвеца, а также Иисуса, раввина, воскресившего Лазаря. Мы можем прочитать об этом в Евангелии от Иоанна. За шесть дней до Пасхи, то есть воскресенье перед Пасхой, пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Итак, Иисус и Его ученики за день до Его входа в Иерусалим пришли в Вифанию, где жили Лазарь и его сестры. И вот что мы читаем дальше. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Вот что написал Иоанн в своем Евангелии. Итак, дом Лазаря окружила любопытная толпа. И именно в этот момент, послушайте внимательно, именно в этот момент Иисус попросил своих учеников привести ему осла. Он увидел, что вокруг дома собралась огромная толпа людей. Их было очень много. Они просто горели идеей увидеть воскресшего из мертвых. И тогда Иисус сказал своим ученикам, «Недалеко отсюда есть местечко под названием Вифагия. Сходите туда и приведите мне осла». У Иисуса возник план, и это был очень надежный план, это был первый раз, когда Иисус стал управлять толпой. Прежде такого еще не случалось. В этот раз он решил прибегнуть к помощи толпы и еще больше возбудить ее, окруженной толпой, которая пришла посмотреть на него и Лазаря. Он поехал в Иерусалим. А там уже распространилась весть о том, что он отправился в Иерусалим, и его сопровождает толпа. Так что толпа людей бежали ему навстречу из Иерусалима. Он вышел из Вифании, сопровождаемый толпой. А потом в эту толпу влились и те, кто шел посмотреть на него из Иерусалима. Об этом нам очень подробно рассказывает Матфей в своем Евангелии. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал Осанна, Сыну Давидову, благословен, грядущий во имя Господне, Осанна Вышних. И далее Матфей пишет: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: Кто сей? Народ же говорил, ⁇ Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского ⁇ Так что же здесь происходит? Толпа пришла в возбуждение. Иисус позволил этому произойти. И не просто позволил этому произойти, Он хотел этого. Он способствовал этому, попросив привести себе осла. Он сам попросил привести себе осла, сам сел на него и сам поехал в Иерусалим. И он сам хотел, чтобы масса воздавали ему честь. Раньше он никогда так не поступал. Он просил людей и своих учеников не преувеличивать его знамения и чудеса. Надеюсь, вы помните об этом. Марк в своем Евангелии часто об этом упоминает. Он просил их никому об этом не рассказывать, когда люди хотели восславить Его после великого приумножения хлеба, благодаря которому было накормлено пять тысяч человек. И вот когда люди хотели восславить его, вот что мы можем прочесть об этом событии в Евангелии от Иоанна. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, в тот раз он не стал просить привести ему осла и ехать в толпе. Когда толпа хотела провозгласить Иисуса царем против его воли, он опять... Удалился на гору один. Обычно он всегда так и поступал, но на этот раз все произошло совсем наоборот. Почему же так? Почему в этот раз Иисус позволил толпе славить его? Зачем? Он устроил это шоу со слом. Из-за него толпа возбуждалась все больше и больше. Она становилась все более взбудораженной. Так почему же он так сделал? Да потому что в тот момент Наконец, настало время заставить религиозных лидеров в Израиле открыто проявить свою ненависть к Иисусу. Они давно хотели схватить Иисуса и убить его, но из-за людей, которые симпатизировали ему, они боялись это сделать. Но вот наступила пасхальная неделя. Пасха была днем, когда весь Израиль вспоминал о том, как кровь одного агнца вывела все еврейские семьи из египетского рабства. Надеюсь, вы помните эту историю. Поскольку через кровь Иисуса должно было быть дано еще большее искупление, вечное избавление — то согласно Божьему замыслу Иисус должен был быть распят в тот же день, а именно в день, когда в Египте закололи Агнцем и его кровью обмазали балки дверей на жилищах евреев в тот день, когда согласно ветхозаветным канонам к алтарю храма приносили бесконечное множество жертвенных животных. Именно в тот день, согласно воле Отца, Иисус должен был умереть как единственная жертва, действительно снимающая грех с людей. Для того, чтобы наступило это время, Иисус воспользовался той шумихой, которую создала вокруг него толпа. Я окончательно вывел из себя первосвященников, так что они наконец решили убрать его с дороги прямо на пасхальной неделе. И мы знаем, что это произошло вечером в чистый четверг своей акцией. Иисус сознательным сделал вызов религиозным лидерам Израиля. Он сказал им, «Вот он я, смотрите же на меня, толпа, смотрите же на меня, люди». «Смотрите, как меня славят и как ликуют люди, смотрите и ожидайте, что будет дальше». А вы, что полны ненависти, возьмите же меня, схватите меня и убейте меня. И вы сделаете все в соответствии с небесным замыслом моего Отца. Это были просто невероятные события. Но чему же это может нас научить? А это учит нас тому, что Иисус сам руководил. Своим пленением и своим распятием он препятствовал им, когда еще не все было для этого готово. Но когда настал нужный час, он активно посодействовал этому. Тот, кто наблюдал за происходящим лишь поверхностно, сказал бы, что в Иерусалиме царил хаос, и события там разворачивались очень стремительно, и вряд ли это мог кто-то предвидеть. Наверняка так и считали находившиеся там люди. Но в Божьих глазах и в глазах Иисуса все шло очень упорядоченно, друзья мои все шло согласно Его вечному решению и замыслу. И из этой истории мы можем вынести урок, который касается и нас, а именно понять, что так оно было всегда и остается и по сей день. Мы думаем, что все запутанно, все перемешано, и мир стоит на голове, мир сошел с рельс, но не волнуйтесь. Бог крепко держит все ниточки в своей руке. Все могущество принадлежит не людям, это Он дергает за ниточки. Мы этого не видим, но Он управляет всем именно так, чтобы в конце концов осуществились его вечные намерения. Поэтому послушайте меня, христиане, не бойтесь. Не бойтесь того, что может произойти. Господь ⁇ это наш Царь. И Он будет править вечно. Аллилуйя! Дорогие мои, все произошло именно так, как и хотел Иисус. Скажите, Аллилуйя! Аминь! А для этого плана ему, как ни странно, понадобился осел. Это нужно было ему, чтобы собрать людей и привести их в возбуждение, а заодно напустить ужасы на фарисеев и книжников, чтобы они перестали сдерживаться и схватили его прямо тогда, в чистый четверг. И в конце концов убили его. Поэтому снова и снова говорю вам, ничего не бойтесь. Ведь именно этого и хотел тогда Бог, да славится его имя. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.